Мы продолжаем рассказ о модах для Kingdom Come Deliverance. В прошлый раз мы говорили о модах полезных, сейчас речь пойдет о модах безумных, Звездные войны, Ктулху и Игра престолов. Все это сегодня обрушится на бедную Чехию начала 15 века. Что значит жизнь одного бастарда по сравнению с королевством? Разработчики не дали игрокам настроить внешность главного героя по своему вкусу, поэтому существует куча модов, которые меняют Генри, лицо и прическу, позволяют отпустить стильную бородку или даже поставить ему лицо одного из NPC. А один из мододелов решил пойти дальше и заменил Генри на Роберта Баратеона. Именем Роберта из дома Баратеонов, именуемого... Ну, ты знаешь, как там дальше... Портретное сходство получилось весьма условным, но Ваффенрог с гербом дома Баратеонов позволяют сгладить впечатление. Тем более, что автор смог сделать героя подобающе толстым, но не настолько, чтобы на него не нализала броня. Ты слишком растолстел для нее. Растолстел? Что, я? Другому модеру, напротив, придуманный разработчиками герой явно понравился, и он решил приводить не Генри к стандартам мировой красоты, а мир к стандартам Генри. Поэтому нашему Генри теперь и квесты выдает Генри, и на задания с ним ездит Генри, и мечи Генри продают Генри, и в кабаках по вечерам собираются сплошные Генри. А вот женщин автор вниманием обошел, поэтому они пока все еще не Генри. Хотя он уверяет, что тестовые переделки прошли удачно, поэтому есть основания надеяться, что в следующей версии в Генри превратятся действительно все. How are you? My name's Henry. Одной из самых жарких тем до выхода игры был спор о неграх. Разработчики уверяли, что в Чехии в начале 15 века их не было и быть не могло. Толерантные американцы возражали, что знают чешскую историю лучше любого чеха, и что негры там обязательно должны были быть, хотя бы в небольших количествах. Закончилась история полюбовно. Разработчики выпустили игру без негров, а энтузиасты выпустили мод, который перекрашивает в черный цвет одного из персонажей, капитана стражи в городе Ратае. Никаких других изменений мод не делает, так что теперь защитники справедливости могут спать спокойно. К неграм в средневековье в Чехии относятся точно так же, как к белым. Другой скандал, который удалось подавить модерам, связан с религией. Вскоре после релиза Kingdom Come Deliverance поднялись отдельные возмущенные вопли, что в игре слишком много отсылок к христианству. Сплошные «ну с Богом, да храни тебя Господь». Ручки отпи***сить так, чтобы сама Дева Мария сочла за честь там просраться. Специально для них есть мод «Ктулхуизатор», который меняет все упоминания бога на Ктулху, правда, только в субтитрах. Так что отключайте озвучку и наслаждайтесь тем, как простой народ в аутентичной Чехии начала 15 века воздают хвалу тому, кто спит в рельефе. Ну а если кому-то и это кажется слишком религиозным, можно поставить мод «Генри из Гад», который заменяет все набожные выражения на «Генри». В сочетании с модом «Everyone Генри» получается особенно эпично. Генри провожают Генри на путь. Да храни тебя, Генри, Генри. Ехал Генри через реку. Видит Генри в реке Генри. Сунул Генри руку в реку Генри. За руку Генри. Стоп. Завершая разговор о делах небесных, стоит упомянуть мод Real Clouds, то есть реалистичные облака. Речь идет не о тех облаках, которые украшают игровое небо, их автор посчитал достаточно реалистичными и не нуждающимися в переделке. А вот мультяшные облака на карте мира, изображающие туман войны, его возмутили не по-детски, поэтому он перерисовал их в более реалистичные кучевые облака. А отдельным поводом для гордости стало то, что туман войны теперь неплотный, и сквозь облачность можно более-менее разглядеть реки, леса и прочие особенности лагеря. Ландшафта. Облака, белокривые лошадки. В прошлом выпуске вы спрашивали насчет мода на обнаженку. Так вот, он есть, и по качеству исполнения вполне заслуживает того, чтобы причислить его к разряду безумных, хотя бы потому, что разработчики пока не выпустили какого-либо инструментария для создания модификаций, поэтому энтузиастам приходится выкручиваться своими силами. К счастью, сцены секса в игре есть, а значит, есть и модели голых тел. Их-то мод и подставляет гражданам и гражданкам вместо стандартных серых тряпок, положенных тем, кто остался без одежды. Правда, сращивание голов с новыми телами прошло не идеально, да и старые формы кое-где лезут из-под текстур, поэтому данный мод тянет скорее название странного, чем сексуального.
Если в игре есть ближний бой, появление мода на световые мечи — лишь вопрос времени, и в случае с Kingdom Come Deliverance это время пришло. Мод Lightsaber Models добавляет целых 14 световых шашек, включая лайтсейбер с силовой гардой, принадлежавшей Кайло Рену из новой трилогии «Звездных войн». Правда, отсутствие нормального инструментария сказалось и здесь. Модели стандартных мечей заменить удалось, а вот звуки и анимацию — нет. Поэтому при попадании световой шашки раздается бодрый металлический лязг, да и удар по противнику не разрубает его пополам. Хотя, может, это просто в Чехии броня такая, что кузнецы из далекой-далекой галактики от зависти удавятся. На этом мы завершаем наш выпуск. Ссылки на все моды можно найти в описании к этому видео, а в комментариях напишите, какие моды для Kingdom Come вы хотели бы увидеть в следующий раз. И не забудьте про ютубовский ритуал. Лайк, подписка, колокольчик. До встречи!